Детская велогонка организована для пропаганды здорового образа жизни с молодых ногтей. Кроме того, по идее организаторов, веселые гонки помогают сильнее сплотить семьи, подарить родителям и детям возможность больше времени проводить вместе. Заезды происходят по возрастанию. То есть сначала самые маленькие, у них самая красивая ровная трасса, а дальше для старших детей мы выбираем специально такие уже с ухабами, с подвохами трассы, чтобы они уже не только просто ехали, а еще и думали, куда они едут. Среди гостей праздника и депутат Одесского городского совета, генеральный директор телекоммуникационной компании ТНЕТ Олег Елисеев. Уже несколько лет эта организация оказывает активную поддержку детской велогонки. Компания ТНЕТ – это компания, которая нас дольше всех поддерживает, и она первая действительно заинтересовалась нашими велогонками. Гонки у нас проводятся 3-4 раза в год, и 3-4 раза в год ТНЕТ нам помогает. Именно благодаря поддержке ТНЕТа юные участники велогонок не просто соревнуются, но и получают за свои старания ценные призы и подарки. С организаторами веселых гонок мы сотрудничаем фактически с начала деятельности этой веселой компании. Я очень надеюсь, что компания ТНЕТ, да и я лично, буду продолжать всяческим образом продвигать идею детского велоспорта, и дай бог, чтобы дети, когда вырастут, продолжат свою спортивную карьеру, свои спортивные начинания и активный образ жизни. Юные велогонщики настроены на победу. Для них это состязание – серьезное испытание физических сил и характера. Я считаю, что я выиграю как-то. И я способен на победу, потому что я тренировался со своим тренером. Мне нравится побеждать. Многие семьи участвуют в веселых гонках уже не в первый раз. Некоторые даже могут похвастаться своими заслуженными победами. Мы сегодня заняли первое место в заезде 16-х колесах. Мы принимаем третий раз участие. Вот, нам очень нравится. Мы очень довольны, что в нашем городе происходят такие гонки. В соревнованиях мы участвуем уже второй раз. Первый раз мы участвовали в июле. Мы узнали от знакомых, что есть такие веселые гонки. И наши дети уже давно на велосипедах, и поэтому мы решили попробовать их силы. Веселые гонки – это не единственная социальная акция, в которой активное участие принимает телекоммуникационная компания ТНЕТ и ее руководитель. В частности, благодаря поддержке депутата горсовета Олега Елисеева накануне 1 сентября удалось подготовить к школе детей из многодетных семей. А впереди, по словам депутата, работа еще по многим социально значимым направлениям.